Итак, здорово, ребятки, мы с вами продолжаем рубиться, и мы продолжаем этот безумный турнир на каком-то безбашенном озере. И мы с вами пылесосим в этот угол, где сидит какой-то бот. Мы сейчас до него дойдем. О, он тут уже бурился, бедный, уже тут все побурил. Давайте мы будем ловить где-то вот здесь. Я думаю, мы что-то здесь, да, поймаем. Так как мы с вами уже поймали неплохо зандеров, поймали парочку перчи, даже поймали лису. Это просто косяк. Это, у меня нет слов вот по поводу лисы. Вот серьезно, что должно быть в голове у людей, чтобы мы выловили? Я понял бы башмак, консервную банку, стандартный набор, понял бы там тряпка, да, какая-нибудь там, целлофановый пакет. Ну, но лиса, это почему не белка, да? Вот там же в ледниковом периоде белка, да, была. А, или там была лиса замороженная во льду, вы не помните? Это типа отсылка к ледниковому периоду. Я просто давно не смотрел этот мультик. Там, по-моему, была замороженная лиса, если я не ошибаюсь. И там, кроме лисы, еще куча всяких животных было. Ну, хорошо, хоть не мамонт. Уже хорошо, хоть не мамонт. А то бы мы просто бы в турнире бы сразу бы выиграли. Прям моментально. Можно было бы даже не ловить. Просто сидеть и все. Потому что мы по весу, мы просто были бы лидерами. Мы топ-лидеры были бы по весу с вами. Так, ну что тут у нас вообще, да? Опять у нас все плохо. По поклевкам. Давай, по ловникам. О. Чё, что случилось? Я что-то не понял. А что произошло, ребята? Даже подсекать не надо было, вы заметили? И так медленно. Это рыба вообще? Что случилось? У меня лежит конфета, я очень сильно ее хочу съесть. Ой, вы слышали, да? И вот она шелестит. Прям вообще хочется ее захавать. Но она называется у меня дивная даренка какая-то. Шоколадная... А, шоколадные фантазии. О, тут девчуля, короче, с котом на плече. Но я терплю, то есть я жду, когда доснимаю видосы все свои, которые запланировал. И тогда уже, естественно, я ее съем. Я вырабатываю силу воли в себе. То есть я стараюсь. У меня нет слов, ребята. Я бы хотел озвучить этот момент, но у меня нет слов. Перч, 68 грамм, боже мой. И вы представляете, что... Карл, это так долго вываживать эту рыбу, перча. Офигеть просто. У меня нет слов. Перч. И так долго, как будто там 3 килограмма рыба. Офигеть. Да я бы его просто вырвал бы оттуда и по барабану на него. Перч. Офигеть. Я до сих пор нет слов. Ну что там, мне не хочется. Мы, наверное, с вами неправильное место выбрали. Надо пробежаться еще, наверное, пропылесосить. Нам надо зандера здесь поймать. Или как там, ас? Нет. О, вот это уже что-то получше должно быть определенно, потому что тут уже можно подкручивать нужно. Я думаю, тут рыбка уже поболя должна быть. А что у него вот в этой банке? У него подкормка, наверное, в этой банке. Вот главное, у него полная банка мотыля, да, вот как бы вот, ну или это опарыш, ну что-то такое. Но. Ой, извините, что-то зеваю. Но у него 20 штук всего лишь. Не, по... Если судить, как он вываживает, это бомба просто. Походу там рыба просто моей мечты. Перч. На 200 граммов, по-моему, потому что что-то вообще страшное происходит. Почему он так медленно стал вываживать рыбу, я честно не пойму, что с ним случилось. У него руки замерзли или пальцы замерзли, что с ним такое? Не может же быть, да, такого? Или в этой игре возможно все? Тень удочки есть, а человека нет. Интересно.
А где ж человек? Он пропал? Народ, а реально, гляньте, он до сих пор вываживает. Мне это не нравится. Что там за рыба? Давай, вытаскивай ее. It's the fish. А, is the fish. Я так понимаю, это рыба. Все, меняем место, потому что тут трупы ловятся. За турнир два раза лису поймали. В первой серии и во второй. Это вообще ненормально. Так, уходим, знаете куда? Будем бежать долго, но мы с вами побежим на нормально. Вот на то озеро. Тут типок сидит. Хотя давайте вот рядом с ним сядем. Если он тут сидит, может быть, что-то он ловит. По-любому перчей ловит. Это стопудово. То есть тут даже, наверное, без разговоров. Перчи, все. Я так считаю. А там я, конечно, могу ошибаться. Ну, кто знает. Давайте закинем. Давайте закинем. Мы будем пробовать. Сейчас прикаляете какой-нибудь судак просто. Бах, нафиг. На, точнее, ну, зандер судак. На какой-нибудь там... килограмм 5, да, 9, нет, что 5, 9 килограмм, просто зандер на 9 килограмм, чтоб клюнуло, так клюнуло. Ну тут все понятно, все, и мы, короче, пропали, походу. А нельзя как-то сбросить это дело? То есть мне это вот, допустим, не нравится такое вываживание по 20 минут. А, ну это да, прополоснуть лунку это мы можем. А что-нибудь другое, карту можем открыть, да? А что вот это вот показывает? Типа где рыба находится или это глубина? А, это глубина походу. Я понял вас. Вы лучше мне скажите, как сбросить эту хрень. Так, 3 килограмма мы наловили, 5 зандеров, 4 перча, а АСП одну поймали. 10 рыб всего лишь. 7 минут 45 секунд осталось. И гляньте, он никак не может эту рыбу достать. Вообще. Надо менять это место. Я понял, почему тот тип бегал туда-сюда. Потому что происходила какая-то казнь. Офигеть. Вот перч. Стопудово, грамм 20, парни. Третьего не дано просто. Или лиса вот эта конченая, которая вот это так долго она вытаскивалась. Вот либо это, потому что я не знаю, что еще может быть так долго. Щука? Щука навряд ли. Вообще не понимаю, почему маленькая рыба так долго вытаскивается. Главное, вы посмотрите на тень. Удочка есть, человека нет. Детишки на жизнь. Почему тень не нарисовали? Тогда уже бы не рисовали вообще удочку и этот, и бур. Где чувак, который должен эту держать, эту удочку? Я просто бомблю сейчас, я не знаю. Она даже крутится, вы видите, да, что там что-то леска там делает. Ну хорошо, пусть это блик солнца, которое светит в спину. Но где парень? Где человек? Человека нет. Он просто не существует. Он пропал. Офигеть, просто офигеть. До сих пор... Вот это лис, наверное, вот этот дурацкий. Ой, вообще. Надо менять место, надо идти. А не, АСПФ поймали. Но почему так долго, я не пойму, что произошло, почему настолько долго рыба ловится. Я, может быть, что-то тут наклацал, я мог так сделать? Что-то наклацать здесь, чтобы вот так вот она ловилась. Я надеюсь, это не я что-то делал. Что-то тут... А, типа показывают, закидывают, давай, друг, типа сейчас будет рыба, будет день, будет пища, будет рыба, будет все четко. Окей, давайте. Я уже потерял все надежды на нормальную рыбу, но в итоге это была нормальная рыба. АСП это в принципе, или АСП. АСП, наверное, вот так вот. АСП, я ее как навигатор, да, GPS, АСП. Ну не смешно. Мне не нравится то, что он так долго вываживает рыбу.
Вот опять. Вообще очень долго, просто долго. Почему настолько долго? Я какие-то настройки, что ли, подбомбил там, я что-то не пойму. Вытаскивал быстро, а теперь он вообще, гляньте, он вообще просто медленно. Как так, settings. Night, что-то тут все дела, ничего не понятно. Ладно, пофигу. Ну, на самом деле это не пофигу, так не должно быть. Было ж нормально. Почему так медленно? Я даже не знаю, что делать. Вот в чем прикол. Потому что все по-английски. Я не знаю, как вот даже рыбу сбросить. Это вообще косяк. Я могу только черпать лунку, открывать карту. И все. И на этом мои полномочия оканчиваются. Заканчиваются. Все. Как ускорить? Вот. Должна же быть ускорка вываживания рыбы. Нет, карта мне не нужна. Я по-любому что-то наклацал, понимаете? Вот стопудово. Мой косяк. Гляньте, сколько он уже рыбу тащит по времени. Это просто писец. И мы ее не вытащим, походу. А может, парень замерз просто? Вот не может быть такого, что он замерз. Ему холодно рыбу вытаскивать. Ну, это как один из вариантов. Я так думаю. Там, не знаю, может, он замерз, он там... У него там трусит уже температура, он там стоит бедный, прям вообще аж исчез от его солнца, просвечивает аж насквозь, от него одна душонка осталась, и он там пытается поймать ювичусу. Так, я понял. А как ее теперь, как настроить? Как настроить? Я так понял, я что-то вот наклацал стопудово, потому что он стал долго вытаскивать. Давайте опять просто вот проверка, вот просто. Да, гляньте, это я сделал, это сделал я, народ. Как это исправить? Я даже не знаю, как это можно исправить, понимаете? Блин, и это косяк на самом деле. Так, я нажимал на С, на В. На В нет, на Б нет. На N нет. Get back to starting zone before time. Чего? Типа надо вернуться на стартовую зону до конца времени? Ну, писец, мы с вами, короче, просрали турнир, походу, из-за моей вот этой выкидонщины. Я действительно что-то наклацал, я не знаю, как это теперь поменять. Я клацаю все кнопки, вот, которые только есть. Сорян, я еще и видос отключил, вы представляете? Жесть. Просто жесть. Вау! И мы сейчас просрём, понимаете, потому что мы просрём, потому что и тут ничего ж не написано. Аудио нет, вот это вот хрень. Quirtbinks, just тоже тут раз скуп какой-то на F это поднять, вытащить. На Б что-то, на Р. На Р это черпать, на Т. На Т это ж... Это непонятно, что на Т. Т тоже что-то делает. А мне так Т вообще ничего не делает, если честно. На У. У тоже не добавляет скорости. Ну мы проигрываем это стопудово, потому что это все из-за меня. Вообще, народ, сорян. Я думал, мы займем какое-то место, но мы не займем. Только потому, что вот это вот мой затупок вообще жесткий.
Очень жесткий затупок. Я... Самое фиговое то, что я не знаю, что я нажал и как это исправить. Он вытащил. Он вытащил, боже мой, народ. Все просто. Просто уходим отсюда. Просто... Может лагает, просто такие лаги. Бежим до конца на старт локу. Офигеть, 10 секунд. Мы не успеем. Может быть это просто реально у меня залагало так жестко. Ну не может так лагать. Окей, я перезагружу сейчас игру. Блин, мы не успеем. 1-0. Мы не успели, все. Так, мы с вами... Бабок мы с вами не заработали. Что-то big fish. У меня самая большая рыба получается. Зандер на 643 грамма. А так... А так... Я даже не вижу тут... Вот поинты, там монеты, по-моему, да? Ничего как бы никому, ни монеты, ничего не дали вообще. Но мы турнир прошли, то есть еще можно пройти турнир. Ладно. Всем спасибо за внимание, дорогие друзья. Ну, сори, поставьте большой палец вверх, даже хотя бы за то, что я старался. Бахните в колокол и посмотрим, что будет в следующей серии. Я сейчас потестю вне видео, потому что мне это не нравится. Всем огромное спасибо, поставьте большой палец вверх. С вами был Герман, и до скорых встреч. Бай-бай.